loop de loop. I hear it go loop de la. I hear it go loop de loop. All on a Saturday night. I hear it go loop de loop. I hear it go loop de la. I hear it go loop de loop. All on a Saturday night. Yeah, yeah, yeah. Good morning, Endeavor. Your wake-up music comes from your training team, and Gail and the whole training team say hello and wishing you a good fly-around loop later today around Mir. Да, понятно. Ну, в принципе, как и мы в прошлый раз, вот в сентябре работали, это, или когда-то, в августе мы, да, постыковали его. Ну, хочешь или не хочешь, там в респираторах надо работать. Да, я думаю, что так придется сделать. На короткое время найти, кабель состыковать, люк прикрыть и... Я понял, Владимир. Ну, решение еще не принято, так что мы еще будем обсуждать. Мы клали в один мешок, то мы сейчас вынуждены, так сказать, в двойную оболочку положить вот эти мешки. Они все-таки сквозь мешки газит немного. Мы их герметизируем, все нормально, резинками, это безусловно. И всегда так делали. Но одной оболочки недостаточно все-таки. Понятно. Скажем, если это продолжать хранить. Так, а на корабле там телеметрия прошла, там раскрылась, все нормально, да? Да, ребят, все. Так, а что-то это 0,5 радиограмма маленькая такая. Какая? Ну она меньше на полстраницы. А вот, 0,5. Ну там ссылки на документацию. Понятно. Ребят, у нас заканчивается зона СР. Значит, у нас такое предложение. Сейчас выключаете СА-319. Так. Затем у нас идет УТВ-шная зона до 20.14. 19.58, возможно, телевидение. Для этого... Энди, как вам докер? Houston Endeavor, physical separation, executing SEP burn. Анатолий, крюки открыты. An Endeavour's crew confirming physical separation of Endeavour from the Mir space station. Gallium impulse discharge. Принято. Родники, как слышите, ТОП? Родники, ТОП. Родники, ответьте, ТОП. Режим, который мы ожидаем, и из него надо выходить. То есть мы понимаем, почему он произошел, и понимаем, какие надо совершить действия. И эти действия дальше изложены. Мы переходим на конфигурацию номер один двигателя 17КС, перезакладываем БР и дальше вот по этой радиограмме. Понятно. Но там тоже есть вопросы. Значит, я открываю ОДО, субпункт, страница 34, пункт 2.10.2. Так. И начинаем работать. Там, значит, сразу нужно по указанию Земли закладываем S02-00-36-16 единицу. Так, сейчас подскажем.
Значит, это вычеркиваем. Так, эту закладку вычеркиваем, да. Отбой подготовки у нас прошел. Это мы не делаем. Рядом. Он должен быть рядом с усилителем. Посмотрите внимательно, он должен быть где-то рядышком. Расходимся уже, да, Паша? Видно хорошо. Сначала расскажи. Сейчас есть.
Сейчас есть. На фоне солнечной батареи висит. Анатолий. Да. Ну вот, запрашивали вы по поводу этого переноса закрытия люка вправо. Я вот боюсь, что не получится у нас это дело, потому что мы привязаны к телеметрии. У нас дальше уже пустые зоны. У нас телеметрии нет. We're getting a view out the window right now on flight deck camera. And what you're seeing, Chris, is a shot of the Mir space station out the commander's window. Copy. This is Mission Control, Houston. This view coming from the crew cabin on board Endeavour, looking through the window. Looking back toward the Mir space station, the two spacecraft now 8 miles, 8 nautical miles separating the two, following the undocking today, which occurred at 10:57 a.m. Central Time. Houston, we've got the wastewater down to 7. Did you want us to go ahead and dump that last 3%? No, it's not required. That's sufficient for the dump.